Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как войти в режим DFU на устройстве iPhone 16 Pro. Для этого возьмемте шнур Type-C и подключим к нашему устройству. Другой конец шнура подключим к MacBook. После этого возьмемте наше устройство. И надо будет нажать на кнопку увеличения и уменьшения громкости и задержать кнопку питания. После выключения надо будет задержать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение 5 секунд. И отпустить кнопку питания и дальше держать кнопку уменьшения громкости. Давайте проверим. Нажимаем на кнопку увеличения, уменьшения и задерживаем кнопку питания. Нажимаем на кнопку уменьшения громкости. Отпускаем кнопку питания. Давайте попробуем еще раз. Подождем, пока загрузится наше устройство. Также возьмем наше устройство. Увеличение, уменьшение громкости. И кнопка питания. Зажимаем кнопку уменьшения громкости. И отпускаем кнопку питания. И отпускаем кнопку уменьшения громкости. Мы вошли в режим DFU. Наше устройство не реагирует ни на какие кнопки, ни на что. Давайте отложим пока что наше устройство и возьмем наш MacBook. И как можете заметить, также наше устройство находится в режиме DFU. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч!